Алиса проснулась, вся перевернулась. Всем привет, друзья. Да. Смотрите, что она творит. Она вот так переворачивается и ноги на подушку ложит. А, Алиса, лежите тихонько. Кстати, друзья, у нас она начала сосать соску. Смотрите, она сосет соску. Мы сейчас убрали грудь. Уже 20 дней не сосет она грудь. И, конечно же, ну она же у нас вместо соски грудь сосала. А теперь сосы сосет. И мы такие счастливые, ее хоть можно успокоить. А так она вообще никак не успокаивалась. Ну, а? Так что красота. Сейчас хоть можно с кем-то оставить. Вот так вот надо будет куда-то уехать. А даже не оставить, я же не могу ее... В грудью оставить. Так что все, я сосочку сосу потихонечку, да? Еще я ей даю капельки витамин D. Она принимает, ну и все ребятишки. Ну иногда забываю, правда, вот. Не могу никак. Надо стабильность, конечно, маме, да? Вот. Погода сегодня такая солнечная, хорошая. И немного подсохла ограда, смотрите, наконец-то. У нас там пробежала канавка. Саша тут что-то ребятишкам делает. Вот такую Саша делает мишень, чтобы ребятишек вывозить в лес. Чтобы они там стреляли. Еще в лес. А куда? Куда-нибудь напротив, где можно побегать. Можно вообще вот туда, в рощу. Там есть трасса побегать. У нас тоже вот там стоят мишени. Они стреляют с крыльца у нас иногда. Вот здесь ложатся лежа. А Саша делает для того, чтобы они могли пробежаться, чтобы как бы сердцебиение, да, там, ну как, пульс увеличился, а потом стрельба началась у них, чтобы как-то, ну, научиться, чтобы рука, короче, не дрожала, и вот для всего этого. Потому что здесь-то где в ограде они будут бегать? А им нужно именно пробежать, а потом стрелять. О, чижики мои стучат уже. Ну вот такая самоделочка, у Саши будет все на канале, обязательно пройдите по ссылке, посмотрите, ссылку оставлю на канал, не знаю, когда он смонтирует, но как смонтирует, так увидите. Вот так вот все, видите, аккуратненько все получилось, и все, и ребятишки меня уже разрывают, бегом, 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 мама бежит домой. Буду сейчас ребятишек науку одевать, вот хотела показать, курточки купили, им съездили в Иркутск на выходных, немножко тоже... Значит, ну что им носить-то, они теплые эти все комбезы. Вот такой вот Саше взяли курточку в Ричхэм. Или, кстати, брали? Твое. Вот это Ванюшки. Цены там где-то за 1,5 мы брали каждую курточку. Так что, если у кого есть Ричхэм, или зайдите, посмотрите. Хорошие куртки, нам понравилось тоже. И вот такую Славику в школу. 1400 или что-то даже, если честно, цены не помню. Ну, в общем, такая вот Славе в школу, Ванюше и Саньке с совушками. Я брала такую, чтобы потом Алисе можно было ее. Я думаю, Алисе она тоже пойдет. Да, сейчас будешь одеваться, они только поспали. Сейчас будем одевать их на луку. Всем привет! Нам пришла вот такая вот большая посылочка от интернет-магазина T-Decor. Вот так все хорошо запечатано было, все хорошо в сохранности дошло. И сейчас вместе с вами мы посмотрим, что же нам пришло. Вот такая там еще коробка большая. Сейчас вынем ее. Я застелила здесь покрывалка наша, чтобы не замарать. Что будем здесь смотреть с вами. Ну, короче говоря, как-то вот так вот я ее открыла сверху. И сейчас будем с вами смотреть. Сейчас сразу все выложу сюда, чтобы нам было удобно с вами. Так, сразу хочу сказать, что заказ мой в основном был ребятишкам. Заказывала им игрушки и вот заказала такой вот стульчик, чтобы им было удобно мыть ручки. Посмотрите, какая прелесть. У нас они постоянно то тазик подставят, то еще что-нибудь. Ступеньки такие, и как раз можно будет помыть спокойно ручки. Такой вот стульчик пластиковый, прорезиненный. Здесь вот такой паровозик красивый. Думаю, ребята оценят у нас. В общем, смотрите, ребята, заказала все это для песочницы. Скоро у нас уже будет сезон песка. А здесь всякие песочные принадлежности. Вот такие вот, эти батон, рогалик какой-то. Тут любимый Ванин динозавр, кстати. Лечка маленькая, Сашуня, что попробовал. У нас есть побольше еще. Вот такое мороженое, какой-то тоже тут рогалик. Лопатки, 3 штучки. А, посудка тоже для песка. Ванюша любит готовить, что-нибудь там себе слепит, может быть. Потом вот такую машинку Саши.
маленькому Саше. Может быть, она даже еще как бы едет сама, да? Так, и вот такая вот еще побольше. Ну, тоже вот думаю, или Саша, или Ваня. Посмотрим, какие они выберут. Может быть, даже вот эту Саше. Саша любит давить у нас на машинке сильно, чтобы не сломалась. Та там такая более миниатюрная. Вот. Ну, то есть на сайте они у них недорогие, доступные совсем. Можно спокойно сидеть тихо, а мирно не носясь там по магазинам, и выбрать, да, то, что нужно. Я вот выбрала всякие вот такие фигурки. Думаю, Ванюша любит стряпать, пускай стряпает. Ребят, смотрите, какая красота. Я заказала их для девочек, для наших Нади и Лизи. Они, вернее, сами на сайте их заказали. Я думала, они меньше, они такие большие. Смотрите, какие коробки большие. И вот это Надюша заказала себе. Такое вот, эскимоская какая-то, кто это? А вот это вот Лиза такое. Только что про них написано. Давайте почитаем. Да, их производят в городе Иваново, смотрите. Мир кукол. Прямо оттуда. Так что это прямо ивановские куклы. Ивановские красавицы. Сейчас мы достанем с вами и тоже хорошенечко посмотрим. Ребята, какая красота. Это вот в моем детстве были такие куклы. Вот в точности там Надюша тоже смотрит. Вау, а коса-то. А коса какая толстая. Посмотрите, я тоже ходила, искала куклы Лизе, и мы девчонкам маленьким покупали, но чтобы вот такие волосы, посмотрите, какие волосы, она вот именно выбрала, чтобы заплетать. Тоже купишь куклу, а у них голова лысая вечно, а тут такие, сейчас посмотрим твою, там трусики у нее есть, есть тапочки, вот, вот прям как в детстве, она такая пластиковая, знаете, тапочки, вот смотрите, да? Вот я помню, у нас такие были, красота, и такой у нее костюмчик, смотрите, здесь так все завязано, кокошничек у нее. Вот так даже поставить, какая красота, ребята, это ж вообще. Глазки закрываются и открываются, закрываются и открываются. Это у нее там карие, по-моему, глазки карие, да, и такой сарафанчик. Платье прям вот как на русскую красавицу сделано. Смотри, какая толщина, да? Лиза сейчас обалдеет. У меня даже не такая. Ну, ты сама такую выбрала себе. Так что все. Не, давай твои посмотрим. Меня. А, ну-ка посмотрим. А у тебя вот такая, да, у Надюши без волос, без косы, вернее. Это кто у нас, а? Это что за такая девушка, красавица? Как его? Какая-то северянка? Какая-то северянка. А кто это? На севере, наверное, такие? Нет. Народности. Это... Костюм-то у нее, смотри. Вот тут я так поняла, что это русская. А вот Надюша такую захотела. Я ей тоже говорила, давай с длинной косой, но она вот почему-то на шубу купилась или что. Ну, очень шикарно, конечно, очень. Вот эти волосики все убери, пока доехала тут. У нее даже, смотрите, какие тут гетры есть. Вот. Там у нее еще какое-то платье. И трусики тоже есть. И тапочки у нас есть. А ты как расстегивается? Ремешочек такой, да, вот видите. И вот если ей будет холодно, она вот так оденет. Эскимо. Этот. Эскимоска это, наверное, да? Или кто как это? Бурятка. Бурятка. Нет, не бурятка. Эскимоска. Эскимо. Красавица вообще. Вот они, вот видите, вот такие вот две. Они по росту одинаковые абсолютно. Такая красота. Ну, коса, конечно. Ну, коса. Ну, что? Ну, зато какая толстая. Вот мне вообще я прям в шоке. Лиза, будь сейчас прям, слушай, ну-ка дай-ка. Ну, вообще такие шикарные прям. Кисточка. Редко найдешь куклу с такими волосами. И да, цены, кстати, в этом интернет-магазине очень хорошие на куклы. Вот обратите внимание, когда будете смотреть. Еще хочу вам, ребята, показать вот такую разделочную доску. Смотрите, какая прелесть. Очень такая тяжелая. Мощная, видно, что прям для шеф-поваров, наверное. Так что испробуем ее на кухне, посмотрим, как она в действии будет. Сейчас открою ее еще, посмотрим, какая она. Вот, Надя говорит, это кукла вот. Якутянка, там даже подписано еще. Там не написано, как ее зовут? Нет. Нет? Ну, короче, это кукла Якутянка, Надя, он ее уже раздевает, смотрит. Смотри, ну, назови как-нибудь. Вот это вот я буду с ней на улицу ходить. Ну, а так вот летний вариант, у нее там платьишко. Покажи нам. Вот такая а вот эти снимаются, нет? Да, конечно, снимается.
И знаешь, такая необычная резина. Да. Вот ноги пластмассовые, а вот это все. Зато не сломается. Так, в общем, смотрите, вот такая вот текстура у нее, поверхность. Очень красиво. Так что посмотрим, как она будет в действии. Шикарная, да? Ну-ка. Она еще и типа, ну-ка. Яблочками какими-то пахнет. А тихо. Ну, Надя, все. Дерево и... Нет, просто деревом пахнет. Приятное очень. Грязное. Мы все посмотрим. Хорошее. И, наконец-то, что мы так долго ждали, это рюкзак кенгуру для Алисы. Вот так вот он выглядит, только я взяла темного цвета, чтобы, ну, не марка как бы было, да? Чтобы можно было Алису носить, потому что у меня сильно болит спина, и мне обязательно нужно что-то такое, чтобы ее переносить можно было. Иногда хочется на руках ее поносить, а болит спина. Мы сейчас с вами откроем, посмотрим. Ну, вот так вот он выглядит у нас. Такого серого цвета. Наш кенгурин. Здесь какие-то есть дополнительные кармашки. Можно соску засунуть, если кто сосет сосочку. Здесь ремни крепления фиксации. Тут тоже. И вот сами вот эти вот еще ремешки, которые одевать надо, да? Я, если честно, мало чего понимаю, поэтому сейчас позову мужа, мы вместе с ним, думаю, разберемся и посмотрим, как Алиса все-таки будет себя чувствовать в нем. А вот сейчас Саша попробует. Как это все так, видите, ремень вставляется. Сейчас, Алиса, мы тебя попробуем туда посадить. Да, да, да. Все, зафиксируем. По-моему, не в ту сторону. Да. Что тут написано, в какую запихать там? Ладно. Да, да. Нравится? Нравится? Вот и так. Там, кстати, был еще красный. Ты уложи на кровать. Она жарит. Хочет полежать, замуталась. Опа, ложись. Ну, давай, будешь смотреть, как папа будет собирать твой кенгурин. Хорошо? Да. А мама тут рядом. Посторожит тебя, чтобы ты не укатился. Чтобы ты не укатился. Чтобы ты не укатился, колобок. Чтобы ты не укатилась. А это куда? Иногда удобно брать его с собой в город. У нас с кем-то был такой кенгурин тоже, но нам давали, не помню. Вот сейчас на сайте, в интернет-магазине я увидела, и мы сразу же решили заказать его. Да, Алиса? Летом-то, наверное, будем выезжать в город где-то. Иногда ходишь по магазинам, и неудобно ребенка на руках носить. Так, и предельная допустимость нагрузки кенгурина этого 13 килограмм. Изготовлено полиэстер 100%, хлопок 100% и ЭППУ какой-то еще. Город Воткинск изготовлено. Воткинская промышленная компания. Вот, видите? Давай вспоминай. У нас, по-моему, это только с первыми детьми был. И то не такой. Оу! Саша машину тут катает. Иди туда, катайся на ее. Чуть-чуть. Вот сейчас мы разберемся, как тут что. Первый раз. Первый класс. Да, Алиска. Ну, вот так вот у нас Алиса поместилась туда. Там даже, кстати, какой-то слюнявчик есть. Вот эта тряпочка, вот, она отстегивается и стирается. Стегивается. Посмотрите, вот видите, она на кнопочках таких. А Алиса обязательно слюну пустит, да? Конечно. И обрыгается. Сейчас еще сзади покажи. Вот так вот выглядит. Хоп. Сзади. Хопа. Ремни здесь. Так, дальше. И боку. И боку. И нам хорошо, да? Раз. Вот так, ручки скрутили. Все, мы теперь поедем в город. Алиса будет в кенгурине сидеть. Да, Алиса? Удобно. Надо еще под меня будет сделать, потому что твой-то размер он побольше. Да тут там все подтягивается. Легко? Ну. Как там надо затягивать? Так раз подтянул. И все, да? Пропустить он пропустил. Угу. А ребенка можно перевернуть по-другому? А, наверное, нет, потому что слюнявчик-то только с этой стороны. Да и зачем спрашивать? Да. Да. Все, пальцы в рот пихаем, да? Алиса.
Красота. Нравится? Конечно. А там что под ней? Под ней ничего нету, просто она блестит. Ух ты! Вот. Спасение для спины называется. Мою спину тянет. Не тянет? Нет. Красота. Вот. Обратите внимание, если зайдете в интернет-магазин, на этот кенгурин. Может, тоже приглядите. В принципе, все хорошо, удобно. Хопа. А он, если она маленько подрастет, он как-то регулируется еще там, да, вот для ребенка, да? Ага, хорошо тогда. Алиса же у нас растет. Да. Да ладно, скажи. Ну, вот такие у нас были покупки в этот раз в интернет-магазине Teddy Core. Обязательно заходите по ссылке. Ссылочка будет в описании к видео. Может быть, тоже что-нибудь для себя приметите. Так, хочу немного рассказать вам об интернет-магазине Teddy Core. Вот такое вот название. Вам нужно обязательно зарегистрироваться. Я уже зарегистрировалась. Вот, значит, что у них тут есть? Есть товары для женщин, товары для мужчин, товары для детей, полотенца, постельное белье, для туризма и охоты все есть. Коляски, автокресла, кенгуру, вот мы заказывали, да? Горшки есть, стулья для кормления, тоже я смотрела, кстати. Одежда для малышей, постельное белье для детей, игрушки есть, пазлы, мячи, самокаты, тут плавание. Ой, в общем, очень много всего. Вот игрушки я тоже там заказывала, куклы. Вот именно там заказывала куклы. Детский спорт. То есть, вот много всего, да. То есть, вот можете выбрать что-то и просмотреть. Есть скидки. Вот смотрите, какие скидки, да. Вот эти куклы, они все изготавливаются в Иваново. Ивановские куклы. Вот, которые мы заказали. Видите, у нее скидка стоит сейчас. То есть... Каждая кукла, главное, интересно, что у нее есть имя у каждой куклы. Рита, Верочка, Оксана, Яна. Видите, сколько много всего интересного. Вот сейчас зайдем в личный кабинет. Нажимаем Алена. Нас перекидывают в личный кабинет. И здесь мы смотрим. Есть, значит, практические советы. То есть вы можете связаться с оператором, задать любой вопрос, он вам ответит. Также вы можете пообщаться с людьми, которые заказывали уже что-то на этом сайте, и обсудить данный товар, хороший он или плохой. То есть узнать их мнение, да. И вот, ребята, прошло уже несколько дней. Ребятишки с удовольствием играют с куклами. Вот одну из них сейчас покажу. Лиза тут уже всевозможные ей косы понаплела. А очень ей нравится, что они длинные. Вот, так хорошо выглядит, густущие волосы, так что ребятишки, конечно, в восторге от таких куколок, красавицы такие.